Всем привет! Меня зовут Татьяна Мединцева, и вы на моем канале о вязании. В этом видео мы с вами продолжим вязать вот этих вот мишек. Хотела напомнить, что мастер-класс в PDF-формате вы можете приобрести в моем магазине на Etsy. Ссылочку я оставлю в описании под видео. Также, если просто хотите отблагодарить меня за мои бесплатные мастер-классы, то тоже можете купить этот мастер-класс в PDF-формате на Etsy. Ну а мы с вами дальше продолжаем вязать. Так, а теперь будем вязать тельце, голову и ручки будем ввязывать, а ножки потом вставим. Начинаем вязать как обычно, делаем петельку, 2 воздушные петли и в первую набираем 6 столбиков без накида. Во втором ряду вяжем 6 прибавок, в каждую петельку по 2 столбика без накида. В конце ряда будет 12 столбиков без накида. Это я провязала. Дальше идет третий ряд, будем вязать 1 столбик без накида, 1 прибавка. И так делаем до конца ряда, 6 раз у нас получится так сделать. И в конце ряда будет 18 столбиков без накида. То есть вяжем 1 столбик без накида и дальше прибавка это 2, 3. Снова столбик без накида, в следующую петельку это 4 и дальше прибавка это 5, 6. Столбик без накида 7, прибавка 8, 9. Столбик без накида 10, прибавка 11, 12. 13 и прибавка 14, 15, 16 и прибавка 17, 18. Этот ряд провязали. Вязание будем тоже обязательно выворачивать, то есть следите за этим. Следующий ряд, четвертый, вяжем 2 столбика без накида, 1 прибавка, тоже так делаем до конца ряда, 6 раз у нас получится так сделать, и в конце ряда будет 24 столбика без накида. То есть вяжем вот 1, 2, а прибавка это 3, 4, 5, 6, прибавка 7, 8. Этот ряд закончили. Так, следующий ряд, пятый. Вяжем 3 столбика без накида, 1 прибавка. И так до конца ряда. 6 раз у нас получится так сделать. И в конце ряда будет 30 столбиков без накида. Этот ряд я провязала. Вязание выворачиваем. Дальше вяжем 6 ряд. 4 столбика без накида, 1 прибавка. Тоже так до конца ряда вяжем. В конце ряда будет 36 столбиков без накида. Это я провязала. Дальше идет 7 ряд. Вяжем 5 столбиков без накида, 1 прибавка. И так до конца ряда. 6 раз у нас получится так сделать. И в конце ряда будет 42 столбика без накида. Вот так вот сейчас выглядит вязание. Дальше идет 8 ряд. Вяжем 6 столбиков без накида, 1 прибавка. И так до конца ряда. 6 раз у нас получится так сделать. И в конце ряда будет 48 столбиков без накида. Этот ряд я довязала, дальше идет 9 ряд, вяжем 7 столбиков без накида, 1 прибавка, тоже так до конца ряда и тоже 6 раз получится так сделать. В конце ряда будет 54 столбика без накида. И затем 3 ряда, 10, 11 и 12, провяжем по 54 столбика без накида в каждом ряду. Это я провязала. Дальше у нас идет 13 ряд, будем вязать 8 столбиков без накида, 1 прибавка. Тоже так до конца ряда, 6 раз у нас получится так сделать, и в конце ряда будет 60 столбиков без накида. И затем с 14 по 17 ряд включительно, то есть 14, 15, 16, 17, 4 ряда нам нужно будет провязать по 60 столбиков без накида в каждом ряду. Это я провязала, вот так вот сейчас выглядит вязание. Дальше идет 18 ряд, будем вязать 8 столбиков без накида, 1 убавка.
Так, до конца ряда 6 раз у нас получится так сделать. И в конце ряда будет 54 столбика без накида. И затем 19 ряд нам нужно будет просто провязать 54 столбика без накида. Это я довязала. Дальше у нас идет 20 ряд. Будем вязать 7 столбиков без накида, 1 убавка. И так до конца ряда, тоже 6 раз у нас получится так сделать. И в конце ряда будет 48 столбиков без накида. И затем 21 ряд просто провяжем 48 столбиков без накида. Это я провязала. Дальше у нас идет 22 ряд. Будем вязать 6 столбиков без накида, 1 убавка. И тоже так до конца ряда 6 раз у нас получится так сделать. И в конце ряда будет 42 столбика без накида. И затем 23 ряд провяжем просто 42 столбика без накида. Это я провязала. Вот так вот сейчас выглядит вязание. Дальше у нас идет 24 ряд. Будем вязать 5 столбиков без накида, 1 убавка. И так до конца ряда 6 раз у нас получится так сделать. И в конце ряда будет 36 столбиков без накида. А затем следующий ряд, это 25, надо будет провязать 36 столбиков без накида. Это я провязала. Следующий ряд у нас 26. Вяжем 4 столбика без накида, 1 убавка. И так до конца ряда 6 раз у нас получится так сделать. И в конце ряда будет 30 столбиков без накида. И затем в 27 ряду мы будем провязывать ручки. И я покажу, как мы это будем делать. Это я провязала. Дальше идет 27 ряд. Будем провязывать ручки. Сразу, прямо с начала ряда начинаем. С первой петельки. Берем ручку и с ручкой провязываем 6 столбиков без накида. Все как всегда, заходим в ручку насквозь, вот так вот. И теперь в тельце. Петельки не пропускайте, маркер перенесите, это у нас первая петелька ряда. Следующая петелька, снова вот в ручку насквозь, в тельце, это 2, в ручку, в тельце 3, в ручку, в тельце 4, вот в ручку, в тельце 5 и в ручку, в тельце 6. Теперь вяжем 10 столбиков без накида по спинке. Это у нас спинка. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10. И теперь с ручкой снова 6 столбиков без накида. Провязали. И теперь 8 столбиков без накида до конца ряда вяжем. Вот такая вот красота. Получается, теперь вставим ножки. Почему мы их не вставили раньше? Потому что я просто подумала, что у каждого разная плотность вязания.
И если я вам скажу, допустим, ставьте ножки там здесь и здесь, то можно не угадать потом по ручкам. А так будет сейчас легко и просто. Берем ножки, вот так вот они у нас должны быть. То есть это животик, помним, там спинка. На животике меньше петелек, чем на спинке. Между ручками имеется в виду. И нам нужно вставить вот таким образом ножки. Прям под ручками. То есть смотрите, куда вам лучше их вставить уже самостоятельно. Я вам просто говорю, что мы делаем это между 10 и 11 рядом. Вот считаем прямо отсюда, снизу. Смотрим, вот у нас первый ряд, его видно. И пошли дальше. Вот 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Видите, прибавочку видно, а дальше уже прибавочки нет. Вот в 9 ряду как раз мы закончили вязать прибавки. Вот 10, 11. Нашли этот ряд. 10, 11. И между ними сюда вот идем к ручке. В одну сторону вставили ножку. Это у нас будет правая ножка. Вставили. И это левая ножка мишки. Вставляем тоже, отсчитали эти 10, 11 ряд. Сюда вот так вот прям провели по ряду. И под ручкой вставили, чтобы у вас вот так вот было. Смотрите, на этом покажу. Видите как? Что у вас была ручка, ножка. Угу. Ножки, чтобы были под ручками. То есть вставляем, закрепляем. Достаточно удобно. Все, места нам хватит. Хорошо вставили, закрепили. И будем вязать дальше. И наполнитель, кстати, после того, как закрепите ножки, наполнитель добавите. И будет все прекрасно. А, еще смотрите, как ориентир по животику между ножками. У меня 25 петелек примерно. Поэтому вы тоже смотрите, чтобы у вас там было плюс-минус так же. Так, смотрите, наполнителя немного я добавила. Не сильно, не до конца. Просто чтобы уже немножко все вырисовалось. Дальше у нас будет 28 ряд. Просто провязываем 30 столбиков без накида. У нас сейчас 30 петелек в ряду. Вот и провязываем 30 столбиков без накида в 28 ряду. Смотрите, этот ряд я провязала. Дальше в следующем ряду, это 29, нам нужно сделать 30 прибавок. Мы уже начинаем вывязывать голову. И вот теперь нам нужно сделать 30 прибавок. В каждую петельку по 2 столбика без накида вяжем целый ряд. Но в конце ряда, естественно, будет 60 столбиков без накида. Так, провязала я 30 прибавок. Дальше идет 30 ряд. Будем вязать в начале ряда 1 столбик без накида, 1 прибавка. И так сделаем 6 раз. Здесь вот аккуратно, не пропускайте петельки, и тогда все получится так, как нужно. Вот один столбик без накида провязали, маркер поставили, дальше вяжем прибавку. Это один раз. Столбик без накида. Прибавка, это второй раз. Столбик без накида, прибавка, третий раз, столбик без накида, прибавка, четвертый раз, столбик без накида, прибавка, пятый раз и столбик без накида, прибавка, шестой раз. Вот это вот все. Счастье должно быть над ручкой у вас. Как ориентир, это мы щечки как раз вывязываем. Теперь вяжем 20 столбиков без накида.
Вот, видите, провязали 20 столбиков без накида и дошли тоже к ручке. И сейчас возле этой ручки будем делать то же самое. То есть вязать только уже не один столбик без накида прибавка, а начнем с прибавки. А потом один столбик без накида прибавка, один столбик без накида. И так сделаем 6 раз. Вот делаем прибавка. Один столбик без накида, это один раз. Дальше прибавка. Один столбик без накида, второй раз. Прибавка. Один столбик без накида, третий раз. Прибавка. Один столбик без накида, четвертый раз. Прибавка. Один столбик без накида, пятый раз. И прибавка. Один столбик без накида, шестой раз. Вот, провязали мы эти прибавки. И теперь нам нужно до конца ряда провязать 16 столбиков без накида. Если вы петельки не пропускали, то у вас должно все получиться так, как я рассказала. Закончить вот как раз до конца ряда эти 16 столбиков без накида провязать. И прекрасно. Так, а дальше нам нужно будет провязать с 31 по 38 ряд включительно по 72 столбика без накида в каждом ряду. Вот у нас сейчас 72 петельки в ряду, и нам нужно провязать вот 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 8 рядов по 72 столбика без накида в каждом ряду. Смотрите, какая же красота, да? Класс. Прекрасно. Да. Так, я провязала все, что вам рассказывала. Вот так вот выглядит вязание сейчас. Добавила наполнитель еще. Хорошо уже у меня тельце полностью с наполнителем. И вяжем дальше. Следующий ряд у нас 39. Вяжем 10 столбиков без накида, 1 убавка. И так до конца ряда. 6 раз у нас получится так сделать. И в конце ряда будет 66 столбиков без накида. И затем 40 ряд провяжем просто 66 столбиков без накида. Так, это я провязала. Дальше у нас идет 41 ряд. Будем вязать 9 столбиков без накида, 1 убавка. И так до конца ряда, 6 раз у нас получится так сделать. И в конце ряда будет 60 столбиков без накида. И затем 42 ряд провяжем просто 60 столбиков без накида. Это я провязала. Дальше у нас идет 43 ряд. Вяжем 8 столбиков без накида, 1 убавка. И так до конца ряда, 6 раз у нас получится так сделать. И в конце ряда будет 54 столбика без накида. А затем с 44 по 47 ряд включительно нужно будет провязать по 54 столбика без накида в каждом ряду. 44, 45, 46, 47, то есть 4 ряда. Мы вяжем по 54 столбика без накида в каждом ряду. Так, смотрите, все, что я вам рассказала до этого, я провязала. Вот такая вот красота получается. Теперь объясню, где вставить глазки. Видите, я их еще не закрепила. Глазки вставляем между 37 и 38 рядом. Смотрите, вот здесь вот хорошо видно прибавки, где мы начинали вывязывать голову. Это был 29 ряд. Вот и считаем. 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, вот 37, 38. Видите? И между 37 и 38 рядом вставляем глазки. Между глазками у меня 8 петелек. Видно меньше, но вот если глазки убрать, то вот 8 петелек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Посередине вставили, где у вас там
Серединка, примерно выровняли голову, посмотрели, по ручкам обязательно сориентировались, вставили глазки, закрепили. И будем вязать дальше. Следующий ряд у нас 48-й. Будем вязать 7 столбиков без накида, 1 убавка. Итак, до конца ряда 6 раз у нас получится так сделать. В конце ряда будет 48 столбиков без накида. И затем 49-й ряд просто провяжем 48 столбиков без накида. Так, я провязала все, что вам рассказывала, добавила наполнитель уже немножко. Дальше у нас идет 50-й ряд. Вяжем 6 столбиков без накида, 1 убавка. И так до конца ряда 6 раз у нас получится так сделать. И в конце ряда будет 42 столбика без накида. Это я провязала тоже. Дальше у нас идет 51-й ряд. Вяжем 5 столбиков без накида, 1 убавка. И так до конца ряда тоже 6 раз у нас получится так сделать. И в конце ряда будет 36 столбиков без накида. Так, это я тоже провязала. Дальше у нас идет 52-й ряд. Вяжем 4 столбика без накида, 1 убавка. Тоже так делаем 6 раз как раз до конца ряда. В конце ряда будет 30 столбиков без накида. И все время добавляйте наполнитель, чтобы у вас красиво формировалась голова. Так, смотрите, я там провязала, добавила наполнитель еще, видите? Теперь следующий ряд у нас 53-й. Будем делать убавки в каждую петельку. Если у нас было 30 столбиков без накида, получается 15 убавок, да? Сейчас как раз и посчитаю, чтобы точно. Делаем убавочки в каждую петельку. Это была вторая, 3. Так, смотрите, провязала я этот 53-й ряд, 15 убавок в нем у меня получилось. Следующий ряд уже будет последний, поэтому добавляем наполнитель хорошенько и провязываем сейчас 8 убавок подряд тоже. Вот как мы только что 15 убавок сделали, провязываем 8 убавок. В ряд, ну, к ряду уже не привязывайтесь, там получится петелек меньше. Но мы сейчас уже не смотрим вообще, там хватает, нам не хватает, чтобы именно это было прям как целый ряд. Мы просто маркер убрали и сейчас провязываем 8 убавок подряд. А потом стянем колечко, я покажу как. И все, вот это вот уже счастье будет готово. На красивый будет мишка. Так что вы поняли, да? Добавляем наполнитель и провязываем 8 убавок. Так, вот смотрите, 8 убавок я сделала. Теперь отрезаю ниточку. Вот немножко оставляю хвостик. Вытягиваю. И вот это вот колечко сейчас мы стянем. Для этого просто по петелькам, начиная с следующей петельки, протягиваем ниточку. С одной стороны, а теперь с другой стороны. Угу. И аккуратненько тянем, стягиваем колечко. Здесь заходим, ниточку сюда вот еще вытянем и завяжем узелок. Вот так.
Так. Оп. Узелок завязали и спрятали вовнутрь. Так, видите, красота, просто красота. Вот такое вот чудо уже готово. Продолжение в следующей части.